Вселенная оказалась на 80 миллионов лет старше, чем считалось раньше. Европейское космическое агентство совместно с учеными НАСА представили ее наиболее точную карту. Она составлена на основании наблюдений космического телескопа «Планк». Зонд запустили в космос 4 года назад. Все это время он измерял излучение от большого взрыва, в результате которого и родилась наша Вселенная. Эти новые наблюдения прояснили для нас некоторые детали. Например, мы узнали, что Вселенная на 80 миллионов лет старше, чем мы считали раньше. Конечно, в масштабах миллиардов лет это не огромный срок, но сам факт доказывает, что космология стала точной наукой. По новым оценкам, нашей Вселенной 13 миллиардов 820 миллионов лет.